Всем привет! Вы смотрите канал «Добрые традиции». В современном мире музыкальные плееры выпускаются в основном для меломанов. Обычных людей вполне устраивает смартфон. Но если вы скучаете по тем карманным миниатюрным плеерам, которые наверняка были у каждого в детстве или юности, то эта модель – идеальный выбор. Внешне она выглядит точно так же, как и старые плееры, но является более функциональной. Судя по многочисленным отзывам, этот гаджет выдает сравнительно громкий и чистый звук, по крайней мере, лучшего за его цену не найти. Проектор ассоциируется у многих людей с довольно громоздким и дорогим устройством, которое поместится в лучшем случае в рюкзак. Но китайцы давно выпускают сравнительно дешевые и компактные проекторы, и данная модель – самая популярная из них. Этот малыш весит всего 245 грамм и помещается в карманах большинства мужских брюк. Его характеристики нельзя назвать передовыми. Но все пользователи говорят о том, что данный проектор способен удовлетворить спрос многих нетребовательных людей. Эти популярные на AliExpress липучки можно клеить практически к любым поверхностям, а к ним самим смартфоны, планшеты, стаканы и другие не слишком тяжелые вещи. Судя по всему, на этих силиконовых аксессуарах нет клея, производитель заявляет, что липучки можно мыть водой от грязи, и они не потеряют функционал. Эти штуки можно использовать как подставки для смартфонов или планшетов, клеить их к рулю автомобиля, к зеркалу в ванной или плитке на кухне, они совершенно точно удержат мобильные устройства. Правда, производитель предостерегает, не стоит цеплять к ним тяжелые вещи и оставлять их на слишком длительный период, со временем они могут упасть. Этот зонтик довольно компактный, в сложенном виде его длина составляет всего 17 сантиметров, при весе в 210 грамм. Он создан из нейлоновой ткани и прочных спиц, которые, как отмечают покупатели и сам производитель, довольно качественные, зонтик не сломается при первом же дожде. В угоду компактности производитель отказался от установки механизма для автоматического открывания зонта, его придется раздвигать вручную. Данный лазерный дальномер является одним из самых дешевых на AliExpress. Но это как раз тот случай, когда низкая цена не является отражением плохого качества устройства. По официальным данным, погрешность прибора составляет максимум 1%. Это подтверждают уже купившие прибор люди, в том числе россияне.